Всем привет! В связи с недавней блокировкой ВКонтакте в Украине многие задались вопросом, как же обойти блокировку? Все очень просто. Вначале я расскажу вам, как зайти на сайт с компьютера, а в конце видео, как зайти с телефона. Для этого вам нужен всего лишь браузер Google Chrome. Открываем первую вкладку и нажимаем справа вверху на настройки. Ищем пункт «Дополнительные инструменты», а там «Расширения». Тут вы попадаете в меню ваших расширений. Вам нужно будет установить расширение Hola, такое же, как и у меня. Листаем страницу вниз и нажимаем на «Еще расширение». В поиске пишем слово «Hola». В самом верху у вас будет расширение «Безлимитный бесплатный VPN». Hola. Нажимаем на кнопку «Установить». У меня ее нету, потому что расширение уже установлено. После этого перезагружаете браузер и заходите на сайт ВКонтакте. Если он у вас не загрузился, то справа вверху нажимаете на значок «Расширение». Далее нажимаем на кнопку «Включить». Тут вы сможете выбрать страну, с которой хотите сидеть во ВКонтакте. Советую брать либо Россию, либо США. После того, как вы выберете страну, у вас автоматически перезагрузится вкладка, и у вас будет свободный доступ к сайту ВКонтакте, ну и также другим сайтам, которые были запрещены. Ну а для того, чтобы зайти в ВК с телефона, заходим в Play Market и ищем такое же приложение Hola. Устанавливаем его на телефон и выбираем страну. Вот и все. Все очень просто. Теперь вы знаете, как обойти блокировку ВКонтакте. А если у вас что-то не вышло или не получается, пишите, пожалуйста, в комментариях, я вам отвечу. Ну а на этом все. С вами был я, Hardline. Увидимся.